Всем огромный привет! Сегодня готовлю очень вкусные домашние куриные молочные сосиски. Что нам для них понадобится? Я возьму куриную грудку, можно взять куриные бедра, но обязательно очистите от кожи и от лишнего жира, он нам абсолютно не нужен. Одно яйцо, 100 мл молока, кстати, у меня здесь куриные грудки 500 грамм. 100 мл молока, одна маленькая луковица и соль с перцем по вкусу. Больше для этого рецепта ничего не нужно. Возьмите еще пищевую пленку, обязательно только не целлофановый пакет, а именно пищевую пленку. И поставьте кастрюльку с водой на огонь, чтобы она закипала, так как сосиски делаются очень-очень быстро, порадуют вас и ваших друзей и родственников. Приступим! Вначале в чашу блендера я более мелким кубиком нарежу куриное филе. Отправляю все в чашу блендера. Сюда же в чашу блендера более мелко нарезаю одну маленькую луковицу. Сюда же отправляю одно яйцо. 100 мл молока, соль и черный молотый перец по вкусу. Я немного добавлю черного молотого перца и немного подсолю. Теперь все это перемалываем до однородной массы. Вот такая однородная масса у нас получилась. Я ее теперь отставляю в сторону буквально на 10 минут. Жидкое ничего не получается, не бойтесь. Чтобы она у нас постояла 10 минут, и все наши ингредиенты получше соединились. Все, отставляю в сторону минут 10. Отрезаю кусочек пищевой пленки. Вот так. Теперь наши сосиски нужно завернуть в пищевую пленку, придать им форму сосисок. Заверните так, чтобы у нас ни в коем случае при варке не попала вода. Теперь накладываю немного куриной массы. Вот так, на серединку. Не делайте слишком толстую сосиску, чтобы она успела у вас свариться. Теперь придадим сосиске круглую форму. Вот так вот просто сворачиваю. И буду заворачивать уже в саму пленку. По длине сосиску делайте любого размера, какую вы хотите. Я буду делать немножко такие удлиненные. Сворачиваем поплотнее. Я буду заворачивать еще в один слой пищевой пленки, чтобы у нас ни в коем случае не попала вода. И вот так вот укатываем сосиску. Немножко ее там потрясите, чтобы она вот так распределилась. И вот так делаем вот такую сосиску. Обязательно кончики нужно завязать. Ну и вот такие у меня получились сосиски. Теперь я отправляю их на 15 минут в кипящую воду отвариваться. Сосиски мои отварились. Они получились очень вкусные и нежные. Попробуйте сделать такие домашние куриные сосиски дома. Для красивого вида я их посыплю еще вот так зеленью. Можно также их еще обжарить на сковородке со сливочным маслом или на сковородке гриль. Будет тоже очень вкусно, красиво и аппетитно. Я оставлю свои сосиски так. Всем желаю приятного аппетита. Кому понравился мой рецепт, обязательно подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые интересные видео. Также заходите в группу ВКонтакте, делитесь моими рецептами со своими друзьями и родственниками. И подписывайтесь на второй канал. Всем огромное спасибо, до свидания и пока!